Всем привет! У нас в ремонте лодочный мотор Honda 40, который привезли из Якутии. В июле прошлого года владелец нам отправлял редуктор с этого мотора. Были заменены сальники, водяная помпа, от удара пострадал гребной вал, мы его поправили, а вертикальный вал срезало пополам. Мы его заменили, и мотор без проблем отработал до конца сезона. А в этом году проблема с двигателем. Попадает вода в масло. Владелец сказал, что эмульсия как сметана через 30 минут езды. Мы выкрутили свечи и увидели воду на свече среднего цилиндра. Двигатель приехал к нам без масла. Мы залили свежее масло и запустили мотор, чтобы проверить давление масла. Давление масла 4 кг, мотор не прогрет. Вода с газом, пробита прокладка, средний цилиндр, плюется с контрольки вот так. В принципе, все понятно. Двигатель работает нестабильно, и обратили внимание на поведение контрольки. Когда контролька так работает, это значит, что очень много выхлопных газов в системе охлаждения, и это ощутимо, если поднести руку. В основном это связано с прогаром прокладки головки блока цилиндров. Возможно, что вода на свече как раз по этой причине. Эмульсии мы пока не видим, масло чистое. После проверки компрессии мы понимаем, что что-то не так со средним цилиндром. На верхнем и на нижнем цилиндре компрессия 10,5, а на втором 8. Для начала мы не будем разбирать мотор, а только снимем головку блока цилиндров. Как мы предполагали, прогорела прокладка головки блока, из-за этого низкая компрессия, вода из системы охлаждения поступает в камеру сгорания, из-за чего мощность двигателя должна существенно снизиться. И владелец позже это подтвердил, мотор потерял мощность. Именно из-за прогорания прокладки вода попадает и в масло, если, конечно, в других местах не прогнила рубашка охлаждения. Завтра мы будем полностью разбирать мотор для дефектовки. Может, придется заменить кольца, которые могли залечь или заржаветь. На этом этапе наш рабочий день подошел к концу. Сушим и смазываем, чтобы цилиндропоршневая группа до завтра окончательно не заржавела.
Чтобы на Хонде снять и разобрать двигатель, нужно снять ногу и масляный поддон, под которым находятся болты двигателя. Но еще наша задача сделать втулки поворотного механизма. Все втулки разбиты, поэтому всю подвеску мы будем полностью разбирать. Подшипники шестерен уже успели заржаветь из-за воды, поэтому подшипники под замену. Гильзы цилиндров имеют эллипс до 18 соток, поэтому необходимо растачивать цилиндры, приобретать ремонтные поршни, ремонтные кольца, шлифовать клапаны, потому что они тоже успели заржаветь, а также менять маслосъемные колпачки, все сальники и все прокладки. Покрути его. Крыльчатка целая, рабочая. Редуктор мы не разбираем, потому что, как уже было сказано, мы его перебирали год назад. Разбираем подвеску и приступаем к изготовлению втулок. Но перед этим нужно все почистить от коррозии. Все отмыть, чтобы оценить износ деталей. Например, если труба будет настолько ржавая и съеденная, что новая втулка будет на ней болтаться, в таком случае будем менять трубу. Износ также может быть в посадочном месте втулки. Гидроподъем на этом моторе владелец специально снял по ненадобности. И тут мы увидели, насколько разбиты верхние подушки под двигателем. А заменить их – это целая проблема. На соленых Хондах там все очень хорошо закисает, и мы уже не первый раз их меняем, и часто вместе с подушками иногда приходится менять и их посадочные кронштейны. Вот как раз один такой кронштейн сгнил и сломался при снятии подушки. Второй кронштейн сохранился, мы его просто почистим и вместо сломанного закажем новый. Здравствуйте, Дмитрий и его команда. Я эту Хонду приобрел годов 5-6 назад. И, как говорится, вот эти годы она верой и правдой служила, пока этим летом в масло не попала вода, а так бы до сих пор, наверное, эксплуатировал бы. Но что про этот мотор еще рассказать? Не капризная. До этого у меня была Yamaha Enduro. Тоже нормальный мотор. Но японцы все такие хорошие моторы. А так, вот этот мотор приобрел я во Владивостоке. Бушный. После
сервисное обслуживание. Прямо с Японии брал. Но у кого брал, точно не знаю. Ну, забыл, точнее. Даже это не запомнил. У какой-то фирмы, по-моему, брал. И я уже второй раз к вам обращаюсь. В прошлом году я редуктора к вам отправлял. И вы починили. За это тоже отдельное спасибо. А так, как говорится, я верю в ваш профессионализм и мастерство. Заказали запчасти, новые оригинальные ремонтные поршни Honda, сделано в Таиланде. И будем растачивать цилиндры. А пока растачивается блок и шлифуются клапаны, мы ставим новые подушки, втулки, заказали все прокладки и многое другое. Некоторые детали почернели из-за нашего нагрева. Мы их почистили и подкрасили. У нас в ремонте есть еще одна Honda 40, которая тоже нуждается в ремонте подвески, но у нее труба совсем сломалась из-за коррозии. Предстоит точно так же разобрать подвеску и сделать новую трубу. И то же самое мы делали на Honda 30, про которую снимали отдельное кино. Его вы можете посмотреть по ссылке в описании. Чистим все карбюраторы, в карбюраторах была вода. Thank you.
Мотор готов, залито масло, карбюраторы отрегулированы. Еще раз проверили давление масла после сборки, все нормально. Установили сюда ямаховский топливный фильтр с индикатором воды. Если вдруг сюда попадает вода, то красный поплавок начинает всплывать. Дело в том, что в родном фильтре мы обнаружили воду, но он не разбирается, его только менять. И мы не нашли оригинальный фильтр, только под заказ. И чтобы не ждать, владелец попросил установить ямаховский. Контролька уже работает как положено, не брызгает фонтаном. Мотору требуется обкатка. Будем отправлять в Якутию. Немного обкатаем и отправляем. С колпаком работает еще тише. Общая сумма этого ремонта 80 тысяч. Ставьте лайки. Всем пока.